Питере наступает лето. Кто-то в воскресенье отдыхает, а кто-то мчит по делам с самого утра. Жаль, что у меня нет солнечных очков. Сейчас. Девчата, привет. Мчу в Приморске на яхтину. Так, Настя, там сегодня, по-моему, Женя работает, да? Насколько я помню. Погода, класс. Мне нравится. Еще бы сегодня было воскресенье, полностью мое. Был бы выходной, было бы вообще шикарно. Я бы пошла в парк 300-летия. Опаздывает чуток. Ну, хорошо. Я уже рядом. Блин, солнце. Радует. Классно. Красоточка, спасибо. У меня шнурок развязался. Где бы так встать? Не люблю, когда шнурки развязываются, блин, потом неудобно поезде стоишь. Забегу в переход, чтобы меня никто не видел. Привет, привет. Все нормально, я не упала. Мне просто развязался шнурок. Где бы вы проводили время в такую погоду? Вот завтра у меня будет один выходной. И я не знаю, куда себя деть. Где бы вы проводили выходной? Самый активный. Тяжело дышишь. Да блин, я бегу. Я же без машины, что, забыли, что ли? Без авто, но зато с хорошим телефоном теперь. Я еще не выздоровела. Крякаю. Но. Сходить, может быть, принять душ? Блин, прикол. На улице класс. Рядом со мной парк 300-летия, где будет проходить ВК-фест. Там. Короче. Вот там. А я его пропущу. Кто-то меня уже там ожидает. А я в прямом эфире. Деловая колбаса. Все, всем заряда, всем мощи, хорошего настроения с утра. Заряжайтесь друг от друга только хорошими позитивными эмоциями. А я побежала. Доброе утро.